2005 года рождения вообще. Глеб, ты 16-го исполнилось. Якушев отлично уходит в открытое поле, пытается перетянуть игрока, но Александр Груздев. Если первый. Хотя, подожди, смотри, тут... Да, это первая попытка. Набирает Сергей первый даун. Отличный был реверс. Ну что, его сразу. Тайдэнд слева. И флаг на поле. Ну это, возможно, будет фриплей. И есть ловля от Якушева. Да, и теперь самое главное выяснить судьбу флага. Теперь еще один флаг. Нашел Якушева. Слушай, на кромке поля. И в таком случае, если... И снова реверс на Якушева. Якушев проходит вовнутрь, набирает хорошие ярды. Да, и да. Forward progress есть отсюда. Или до линии скриммиджа, а сейчас ярдов 7-8, наверное, принес своей команде. Если не больше там. Ну да, наверное. Хорошие блоки поставили. Могли бы думать о том, сколько времени осталось, но сейчас им главное хотя бы туда добраться. Так, Огурцов, скидка на Якушева, хорошая ловля. И блоки отличные тут блоки по центру. И это первый Якушев больше. Первый. 15 ярдов. Окей, один, потому что Сергей просто сделал шаг и медленно пешочком пошел в сторону своего квотербека. Словил мяч и пасовый розыгрыш. Сергей Якушев. Что, и... Уходит в центр, и это тачдаун! Тачдаун, нет, слава! Якушева. Знаешь, только одной из лучших секондари в первой лиге. Я подумал, что Якушев будет уходить на бровку, чтобы остановить время. А Якушев, возможно, об этом думали игроки Юнайтед. Он сделал... Скорая помощь уже подъехала. Надеюсь, все будет хорошо с Плетневым. И... Ефимов! Вот отличный тачдаун в центре поля. Прекрасный был тачдаун. В плотном прикрытии ловил Роман, но отлично справился он со своей задачей. Здесь, конечно, не совсем такая ситуация, но все равно. И это реверс. Реверс на Якушева, уходит в бровку, нет блоков и пытался перепрыгнуть Сергей Якушев. Холдинг, да, задержка игрока. Может быть, тогда нарушение будет со стороны нападения. Ну давай дождемся и послушаем судей. В Артеме сегодня такая тройка лайнбекеров у Юнайтед. А играю четвертый. Якушев, это прием. Это... Многократно мы это обсуждали, здесь уже точно нет смысла бить панк, футгол они бить не могут и не хотят. Там нападение. И что, это Якушев уходит в центр. И хороший был захват. Слушай, я сейчас уточню, это Максим Якусевич. Ах, Максим Якусевич. Слушай, я честно говоря, Максим Якусевич, Славнов и Дабл Твинс. Нет, это пас на Якушева, это тачдаун Сергея Якушев. Опекал его Константин Лариков, был очень близко. У нас два тачдауна у Романа Ефимова, говорит нам состояние удара. Двухочковая реализация, реверс на Якушева, и Якушев уходит и заносит тачдаун. Двухочковая реализация. В головах и в нашей трансляции, я не думаю, что они прямо в этом сами задумываются. Якушев вышел вперед по очкам. Ефимов 2, Якушев 2.5. Не совсем удобный степ мне показалось. Якушев уходит от захватов, но Артемьев, да? Да, 33-й. Оказалось, пас от Огурцова, и поэтому Якушеву пришлось... Да, в неудобной позиции принимал мяч Сергей. И буквально, ну, это мелочи, то есть буквально там